Шквалистый ветер и проливной дождь в День России привели к потопу. Жильцы сразу нескольких многоквартирных домов вынуждены были спасать имущество от воды, льющейся с потолка. Особенно сильно от ливней пострадали дома на улицах Маршала Жукова и Первомайская. Маршала Жукова, 16, управляющая компания «АО «Ваш дом». Ремонт крыши производился в 2019 году. Там всего лишь одна заявка с одной квартиры. Оперативно отреагировала управляющая компания. Утечку устранили, ущерб незначительный. Жильцам домов 26 на той же улице повезло гораздо меньше. С начала лета здесь идет капитальный ремонт кровли, которого ждали несколько лет. Управляющая компания «Южилкомплекс» по решению общего собрания собственников жилья заключила договор с подрядчиком на ремонтные работы. Здесь полностью вина подрядчиков. Это именно они не ознакомились с прогнозом и открыли большие участки кровли. По заявлениям жителей, управляющая компания создает комиссию и выезжает на адрес к каждому заявителю. В нее входят представители подрядной организации, жилищной инспекции и администрации, если жилье муниципальное. Комиссия оценивает ущерб и рекомендует подрядной организации возместить его напрямую собственникам жилых помещений. С Маршала Жукова 20 на данный момент заявилось 7 собственников за возмещением ущерба. На Маршала Жукова 6-1, Первомайская 45, 6 человек.